Всех приветствую, с вами Москит, и я сейчас проведу небольшой видеообзор нашего рюкзака разведчика. Вот он, наш новый рюкзачочек. Итак, что он в себя включает? Спереди система моли для закрепления дополнительных подсумков. Здесь тоже система моли. Слева здесь и здесь также система моли. С боков есть небольшие кармашки. Здесь у меня подсумок с медикаментами, здесь у меня подсумок ветошь, маслица, пенал, шомпол. Этот клапан тоже открывается для быстрого доступа. Здесь у меня пауэрбанчик, пончо от дождя. Переворачиваем. Здесь у нас 3D-сетка для вентиляции спинного отдела. Лямки. Лямки, как на нашем спиногрызе, хорошие, четко регулируются, подгоняются под человека. Грудная перемычка. Стропы дополнительно усилены, прошиты, чтобы не было порывов, обрывов. Сверху клапан. Здесь у меня спальный мешочек лежит. Вот. Отдельно большой клапан. Так, что внутри? Открываем рюкзак. Открывается он. То есть, если нужно что-то быстро сбоку, вот у меня тут салфетки. Открыли, не надо весь рюкзак доставать. Открыли, закрыли. Также и здесь. Открываем полностью рюкзак. Он очень вместительный. Это куртка. На ночь, если холодно, термуха. Здесь сбоку у меня салфетки влажные, шапочка, подушечка надувная. Здесь сошки и всякие дополнительные приблуды для винтовки. Здесь птичка Мавик и сбросы к ней. Здесь птичка Мавичек. Здесь еда, консервы. Сгущеночка. Здесь пульт. Пульт и усилитель его антенны. Здесь кабеля для антенны этой. Здесь что-то подкрутить ремонтное. Ну, операторам нужно всегда отверточку иметь. От клещей, потому что клещи сейчас возобновились, от комаров спрей. Так что вот такой вот вместительный рюкзак. Батарейки на Мавик дополнительные. Бумага, кабель. Вот, все, что необходимо для выхода. Поесть. Для выполнения задачи все помещается удобно, все в ручной доступности. И вот все в таком вот рюкзачке. Так что приобретайте нашу продукцию, она сохранит ваше здоровье и комфорт.